Приветствую вас. Да, конечно, дружбу вернуть можно, но для этого желательно понять вообще, из-за чего вы расстались со своим, значит, дорогим человеком. Вот, почему вы расстались со своим молодым человеком, вот, что послужило, что послужило причиной этого, вот, то есть нужно поисследовать этот момент, нужно понять этот момент. И когда будет ясно, из-за чего вы расстались, да, уже можно будет что-то рекомендовать вам в плане того, как вернуть дружбу. Вот, ну, совершенно очевидно, что вы расстались, потому что молодого человека что-то не устраивало, да, вот. И если вот молодого человека что-то не устраивало, то нужно в первую очередь понять, что именно его не устраивало. Понимаете, какая штука. Вот. То есть это очень такая важная история, на мой взгляд. Вот. Для вас очень важная история. Вот, соответственно, вы хотите разобраться с этой ситуацией, если вы хотите разобраться, вот, ну, то, соответственно, нужно поисследовать вот данный аспект, нужно поисследовать. И, собственно, понять, что делать в этой ситуации, как вот себя вести, вот, и, соответственно, я думаю, что если у вас есть желание наладить отношения с человеком, вот, то все решаемо и все вполне можно сделать хорошо. Обращайтесь, выбирайте себе психолога и начинайте работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.